Уважаемый Михаил Дмитриевич, поздравляю вас с юбилейным днем рождения. Примите искренние слова благодарности за ваш добросовестный труд во благо нашего Полевского городского округа. Пусть сохранятся на долгие годы присущий вам оптимизм и уверенность в своих силах. А ваш дом всегда будет согрет любовью, теплом и заботой и вниманием ваших близких людей. Сегодня заслуженному учителю Российской Федерации Михаилу Дрягину 70 лет, более 40 из которых он посвятил воспитанию подрастающего поколения, а именно приобщению своих учеников к спорту и здоровому образу жизни. Более 30 лет Михаил Дмитриевич работает учителем физкультуры в школе номер 16 и всей душой радеет за детский спорт. Михаил Дрягин много сил вложил в строительство пришкольного стадиона, лично участвуя в этом процессе. Все для того, чтобы его ученикам было комфортно заниматься физкультурой. И сейчас я доволен, сколько ребят вот занимаются, там, что вы сами видели, как площадка. И они приходят, вот даже вечером, вчера тоже там как юбилей был, время уже 9-9 час, темно. Ну, там светильники светят у нас, они баскетбол играют, баскетбол кидают. И сколько там эта площадка, все лето, гимнастический городок, ребята занимаются, и думаешь, вот сделали, старался сделать. Моя задача была, чтобы ребенок базу создать, базу, чтобы ребенку было приятно заниматься. Та же беговая дорожка, если побегать, чтобы было приятно, чтобы не то, что там по камням где-то бегаешь. Баскетбольная, чтобы тоже было сделано нормально, чтобы не то, что там это камни там или что, но именно, чтобы ребенок получил удовольствие от занятий. Сегодня Михаил Дрягин по-прежнему занимается спортом, поэтому в хорошей физической форме. По утрам зарядка. На уроках вместе с детьми Михаил Дмитриевич делает упражнения. Служит отличным примером для подрастающего поколения. Игорь Соколов, Сергей Чижов, новости 11 канала.